Тюмени совсем скоро появится свое сердце, правда, ледяное. Такой необычный каток сейчас строят в районе улиц Уездной и Обдорской. Основная часть будет прямоугольной формы, а по периметру сердца пройдет ледовая дорожка с подсветкой. На территории разместят пункт обогрева, новогоднюю елку, горки и парк снежных фигур. Стоимость входа и проката коньков обещают демократичную. В будние дни для школьников у нас будет специальный тариф, также будут льготные категории, ну и понятно, мы будем делать какие-то дни бесплатные для гостей соседних районов. В прошлом году в Слободе уже заливали каток, и он по-настоящему стал местом притяжения для жителей района. В этом году планы у застройщика вместе с авторами проекта «Сердце Тюмени» более масштабные. В первую очередь, конечно же, вся эта история – это про любовь к людям, потому что это про любовь к детям в первую очередь, чтобы все приходили, отдыхали, дарили свои эмоции друг другу, ну и, соответственно, вот отсюда, мне кажется, и сердце Тюмени. Пока здесь строительная площадка, но уже через 27 дней свои двери в Тюменской Слободе откроет самый большой в Уральском федеральном округе ледовый каток. Почти 9 тысяч квадратных метров. Его форма – форма сердца. Сердце Тюмени. И видно его будет даже с высоты птичьего полета. Сегодня партнеры проекта и жители Тюменской Слободы собрались вместе на субботник. На территории будущего катка убрали мусор и устроили небольшое чаепитие. Я прямо здесь рядом живу, очень удобно, комфортно. 5 минут, и мы здесь, и такое еще большое. В конце ноября каток откроет свои двери для всех желающих. Ну а после окончания зимнего сезона авторы проекта обещают придумать и летний формат для этой территории.